дали открывающие. Стартовали по красной трассе команда под номером 96 в составе Рыбакова Виталия, Падалица Виктория. По синей трассе под номером 89 команда Республики Башкортостан 3 в составе Николаева Виталия и Сухой Дарья.
Команда Республики Башкортостан 3-0. Команда Город Москва 2-8-0-2. Следующий круг выходит. Республика Башкортостан 3. Передавай привет. Ай. Команда Кузбасс 2-0. Команда Кузбасс 4-11-93. Следующий круг выходит. Команда Кузбасс 2. The result of Team Kemer Origin Kuzbass 2-0. The result of Team Kemer Origin Kuzbass 4 is 11.93. Team Kemer Origin Kuzbass 2 is getting into the next round. Илюка, братан, привет. Мама, папа, брат, привет. Команда Уральского федерального университета Макара и Ильян Казан.
Федеральный округ 1-0, Республика Саха-Якутия 2, 14-56. Следующий круг уходит Уральский федеральный округ 1. The result is Team Ural Federal District 1-0, Team Republic of Саха-Якутия 2 is 14.56. The Team Ural Federal District 1 is getting into the next round. Шанс предоставила Болтаева. Такой шанс. Да. Но, тем не менее, все равно, несмотря на эту ошибку, остается впереди. И Болтаева упала. Она успела упасть за это время. Ну и финиш. Да, но Болтаева финиширует первый. Номер 90. Да, я Бородина упала, я имею в виду. Да. Красная трасса. То есть она уже ее догнала практически, и в одном из виражей ее снесло. То есть Болтаева как? Она ошиблась, но не упала, да? Да, она в свече как раз флаг объехала, и потом развернулась и дальше продолжила движение. Тут это очень интересно, это надо сообразить, еще было. Молодец. Урал 3 в следующем круге у нас, ну и дальше надеюсь, что все-таки уже финальная часть. Team of Euro Federal District 3 is getting into the next round.
Лена, у тебя самое вкусное молоко. Поехали, дорогие друзья, 1/8 финала, здесь сейчас уже вроде как устаканили, и начинается непосредственно финальная часть. Ну а мы в ожидании, и... 1/8 финала, Башкортостан 1, Башкортостан 3. Синяя трасса, Башкортостан 3, красная. Уже 1/16, мы получили с вами остатки 1/16 смотрели. Ох, как-то все непросто. Зарипов, Кузнецова и Николай Цукай, я так понимаю. Номер 80. Под номером 80 Зарипов и Кузнецова. Они по синей трассе двигаются. Вот сначала у нас идет Зарипов. Синяя трасса. И Николаев Сухая, 89 номер. Красная. Ну не безошибочно. Близко, но не безошибочно. И, ну, понятно, арену здесь тяжело перепутать. Это специально так сделано, чтобы не путались. Не надо это, вот да, этого. Кузнецову, да. Сразу надо узнавать. Ты катайся так, чтобы тебя узнавали. Тогда вам проблем не будет никаких. Но это здесь дополнительно, конечно, она вот яркая здесь. Выделяющаяся. Ну, и ездит очень-очень неплохо. Сейчас стремительно она к 1/4 финала приближается, поскольку здесь, ну, тяжело будет что-то такое сделать, потому что она еще и падает там. Да, ну и Башкортостан один в итоге финиширует первыми команда на синей трассе. Ну и здесь совершенно спокойно дальше добраться до пресс-вола. А что там произошло-то? 1-0. Команда Республики Башкортостан 3-12-26. В следующий круг выходит команда Республики Дуга. Башкортостан 1. Ага. Слишком резко была заложена. И... Ну, здесь прямо ему пришлось вырезать там траекторию. Угу. Так, первый четвертьфиналист у нас определился. Понятно. И заезд номер 2. Сибирский федеральный округ и Уральский федеральный округ непосредственно. Смотрите, Башкортостан, это еще одна команда. Прям хватает. Ну да, здесь примерно одни и те же, просто разбили по этим. Нет, участники, понятно, одни и те же, здесь другим взяться неоткуда.
Ну, по факту, ну, довольно любопытно. Единственное, что пока борьбы, ну, вот из всех практически, то, что мы приезжали, из всех пар мы не видели. То есть они вот где-то есть явное преимущество одной из команд, где-то это преимущество отсутствует. Но вот борьбы на финише, особенно у девчонок, мы не видели. Вот, Сибирь-3 у нас по синей трассе стартует, и Урал-2 по красной. Нам показывают сейчас красную трассу. И по номерам. 81 синяя трасса Сибирский федеральный округ и 88 Урал красная трасса. Авраменко и Турченко идут. Ну и пока Авраменко чуть-чуть впереди, но практически вместе с ним двигается Турченко. Так, здесь вот, ну вот девчонки вот, тоже вот, стартуют. Первая борьба такая нормальная. Да? Да, это борьба. Ну, сейчас кажется или нет. Ну, Козлова там уехала. Козлова-то вырывается вперед. Янгурчина отстает. Правда, немного. Правда, немного. Сейчас надо спокойно Козловой доезжать. А спокойно не получается. Спокойно не получается. Конечно, это нервы от волнения, но все равно финиширует первый. Таким образом, Сибирский федеральный округ. Тут прям достало, ну или почти достало на финише. Команда Сибирского федерального округа 3. Представительница Уральского федерального округа коллегу. Авраменко Козлова. Угу. Ну, правда, такой вот усложненный вариант параллельного слалома гораздо интереснее смотреть. Вашему вниманию повторы. Повторы девчонок. Интересного придумали просто для того, чтобы вот привлечь внимание к дисциплине. Ну, дополнительное, помимо, конечно. Да, помимо тараканов, которые у организаторов, я не имею в виду Дети Азии, да, а имею в виду фисовских. Да, фисовских. По поводу там, гендерного равенства, да, и прочих радостей. Вообще не очень понимаю это словосочетание. Гендерное равенство. Люди не равны. Точка. Так исходно есть и так исходно будет. Аминь. Те, кто вам говорят, ну, или дурак, или лжец. Ну, вот выбирайте сами, что вам больше нравится. Тикс, да, Сибирский федеральный округ 3. Далее у нас они с Башкортостаном будут в 1/4 финале встречаться. И дальше тоже Сибирь... А, нет, 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 нет. Башкортостан 2, Кемерово, да. Башкортостан стартует по синей трассе, Кемерово по красной. Республика Башкортостан, Искаков Тимергазина, Кемеровская область, Макаренко Буйнова. Старт. Стартовали команды по красной трассе. Кемеровская область, Кузбасс 3. В составе Макаренко Захарович. Ну, интересно. Интересно уже. Команда Республики Башкортостан 2. В составе Искакова Гасара и Тимергазина и Казани. Искаков впереди на синей трассе под номером 84. Но его пытается настичь номер 85 Макаренко. Но... Нет, но все равно интересная Не, но... борьба. Девчонки стартуют одновременно. Гайсар здесь оказался побыстрее пока. Так. Залей Тимергазина. Или... Или ну пока, вот пока что интересно. Или. Вот здесь поменялось. Благодаря Тимергазиной. А, нет, благодаря Буйнову. 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 Это по красной, да.
И сейчас финиширует. Финиширует, и она выигрывает и личный, ну, очное противостояние, и команду. Свою команду дальше. Да. Молодец. Именно она здесь была решающим. Кузбасс-3, Кемеровская область. Догнать, да, обогнать. Да. Кемеровская область, Кузбасс-3. Следующий круг выходит Кузбасс-3. Кемерово Риджин Кузбасс-3 is 0. Republic of Башкортостан 2, 1.89. The team Кемерово Риджин Кузбасс-3 is getting into the next round. Ну вот как оказалось, вот то, о чем мы и успели рассказать в самом начале эфира. Здесь хорошо, когда команда ровная. Когда у тебя двое едут, например, на одном уровне, потому что, очевидно, просадка на первом этапе – это слишком большое преимущество. Конечно, можно не успеть догнать. А очевидно, просадка на втором уровне можно не удержать, потому что соперник тебя, ну, так вот объедет. Да, здесь как будто важна золотая середина. Знаете, как раз что-то среднее. То есть, не, круто, когда у тебя оба сильные. Оба сильные. Конечно. Это прям вообще отлично. И в идеале так и должно быть. Но, как показывает практика, подобное стечение обстоятельств. Я просто еще не знаю, по какому принципу собирали в команду. Вот там, допустим, Урал-1, Урал-2, Урал-3. То есть, вот сам принцип жеребьевки. Ну. И Сибирский федеральный округ 1, Уральский федеральный округ 1. По синей трассе 77, Сибирский федеральный округ, Хуртин и Травеничево. Ну, вот как вот раз это сильная команда. Это самая сильная самая команда. Сильная команда. Давайте так. Это два чемпиона. Ну, Уральский федеральный округ, Бородин и Ульянова. Яна Ульянова тоже достаточно сильная спортсменка, как мы уже успели заметить. Ну, на вот Макар Бородин, обратите внимание, ему, конечно, здесь тяжеловато бороться. Это два чемпиона дня сегодняшнего, и один, и вторая, я имею в виду Хуртин и да. Травиничева. Ну, вот чуть-чуть с опозданием стартует Яна Ульянова, ну и пытается настигать. Но не удается, да там нет, ошибка, это... большая ошибка. Ну, к сожалению. Тут, да, тут здесь все понятно. Без вариантов. И я думаю, что вот они сейчас пару едут, в том числе за своей второй на сегодня золотой медалью. А почему нет? С другой стороны. Травиничева мы видели невероятную стабильность, минимальное количество ошибок, поэтому, конечно, она финиширует. Ну и Хуртин тоже. Первый. А где, да. Он, где он ошибся, если он выиграл сегодня? Нигде. В общем, да. Нигде. Сибирский федеральный округ 1. В заснеженном виде выбирается Яна Ульянова из очного противостояния с Марией Травиничевой. Сибирь 1 далее в 1/4. Я, кстати, вот правда не мог долго поверить, то, что они наберут прям вот 16 команд. Мне казалось, что ну там будет ну команд 8, да, и на этом все. Нет, вполне себе. Интересно, когда они соревновались именно командно? Вчера вечером? Им же отбираться надо было каким-то образом. Ну, кто-то, наверное, вчера, потому что сегодня мы... Ну, сегодня некогда было. Смотрели, да, некогда было. У нас шли соревнования весь день. Так получается. Ну, вот они. Действующие чемпионы здесь, на Ергете Азии, в параллельном слаломе. И те, у кого не срослось, что называется... Результат. Покажите результат. Поехали дальше. Интересно же это. Не надо морозить. Что-то там какая-то загвоздка. Думают. Ну, может вот быть, увидели какие-то ошибки. Нарушение правил. Если так, то это, ну, может быть, не очень здорово. Потому что нарушение правил может светить дисквалификацией. Это, ну, я не вижу. Или какие-то проблемы с трассой. Флаги чинят. Нет, тогда их могли бы показать, ну, хотя бы уже сказать, время, что, ребята, отпустить. Ну, просто сейчас в протоколе и Хуртин, и Травиничева, они уже стоят в заезде в следующем, в 1/4. То есть это явно не в этом проблема. Или кто-то забегает вперед. Тут ну вот, здесь понятно. Мы видим, что кто-то подошел, показывает. Ну все, да, вот ну, здесь. Сибирь один, да.
скажем. Возможно, так. Были какие-то сомнения. У судейского корпуса были вопросы. Так, Кемерово. Вот, обсуждения продолжаются на старте. А что там не так? Вот показывают что-то на телефонах. Предлагают стартерам оценить что-то. Мы не видим, к сожалению, что там них на экранах. Но ну и вряд ли это есть, есть официальная, насколько я знаю, процедура подачи протеста. Стартерам не надо ничего показывать. Она может быть в течение там, ближайшего времени. Ну да, но она идет к судьям, а не к стартерам. Ну, но тем не менее, заезды продолжаются. Кузбасс 1, Уральский федеральный округ 3. Так, Кузбасс 1 у нас кто представляет? Подольский и Башлыкова. 78 номер. О, тоже хорошая пара. Очень хорошая пара. Да, по синей трассе, по красной трассе. Курохтин, Болтаева. И давай побеждаешь. Старт. Уральский федеральный округ Болтаева. Уральский федеральный округ 3. Стартовали команды по красной трассе. Уральский федеральный округ 3. В хорошей манере оба идут, обратите внимание. Оба хорошо идут. Вот сейчас, только сейчас Дмитрий Подольский начал накатывать. Пошли. Прямо хорошо накатывать в середину. Удержал темп, удержал скорость. Пошли ошибки. И погнали. Но это не страшно, потому что отставание минимальное. У него в паре там у Подольского Башлыкова. Очень здесь неплохо выступала. Но вот да, обратите но внимание, да, Марин Болтаева уже догнала, уже обогнала по прохождению. Ну вот, по крайней мере, идут сейчас вровень. Вот сейчас вровень. А вот сейчас, сейчас она вровень. Ошиблась. Чуть-чуть, но скорость она немножко, но потеряет. Пока но этого сейчас не видно. Сотые секунды, секунд будут решать. Десятые, сотые. И наверное. Синяя трасса, конечно же, 91 номер. Здесь это было видно. Марин Болтаева все-таки выгрызает здесь победу. Прямо да, очень упорно. Уральский федеральный округ 3-0. Урал 3-0. Да, так да. И есть, так и есть. Следующий круг выходит. Уральский федеральный округ 3. Ну, здесь мы с вами да, все видели. Она в концовке буквально, да, за там три флага, за два флага до уже финальной черты. Прям выдергивается вперед. Посмотрите. Здесь выигрывает синяя трасса. Ну, это, да, это мы с вами видели, это да. Мужчин как раз. А вот здесь сначала, конечно, с небольшим преимуществом стартует. Та же синяя трасса. Да. Настя Башлыкова здесь пошла первой, но тем не менее. Ну вот здесь Марина Болтаева ее обходит. Марина Болтаева решила, что давайте как бы погодим праздновать. Давайте лучше. Давайте разберемся. Да, давайте разберемся, здесь. Да. Давайте прямо сейчас разберемся. И вот смотрите. Вот здесь вот. Такой вот прям. Прям вот на вираже. Да, ну, очень, прям, очень здорово выглядело. Влезло. Наума Степа! Наума Степа, привет! Алина! Семен Пичко, привет! Хорошо, есть возможность всем привет передать, кому хочешь. И никто эти слова не скажет. Так, Сибирский федеральный округ и Дальневосточный федеральный округ у нас сейчас пара выходит. Вот 83, как раз мы наблюдаем на синей трассе. 86, Дальневосточный федеральный округ на красной. Сибирский федеральный округ 4, Башуров и Захарова, они у нас. По синей, сейчас такое ощущение, что там подошибся. Ну пока. Ну тут, как мы с вами видим, Сибирский федеральный округ по синей трассе хорошее оказывается впереди. Да, там продолжаются ошибочки. Вот. Ну и Захарова Гликерия стартует и Кристина Зайцева. По-прежнему впереди синяя трасса.
Сибирский федеральный округ 4. Прямо стелится сейчас по. Но вот сейчас уже опасно. Опасно ошибается. Накатывает, да, и догоняет ее Кристина. Кристина Зайцева. Но вот. Не хватило бы дистанции здесь, видимо. Сама ошибается, пропускает флаг, да. Зайцева. И в итоге. В итоге Сибирский федеральный округ 4. Да. Совершенно верно. Захарова здесь делает необходимую работу. Ну, там у нее была вот ошибка. Как она удержалась, на каком вот ребре, не понимаю, практически лежала в этот момент на трассе, но, тем не менее, не упала. Ну, такой красивый карен. Красивый, да, красиво. Спору нет. Это ж надо так уметь еще ездить. Это был, ну, единственный такой прям вот зримый шанс, который они дали Маджоре Зайцевой, когда начала Кристина подбираться, но сама скорость в итоге не удержала, не получилось. Ну и, соответственно, в 1/4 они не идут далее. Ну и, собственно, две пары у нас остаются в 1/8. Это московская команда. Да, это Иван Андреев и Коваленко. Мама говорит, передай привет. Ну и Республика Саха. Якутия, да, все верно. Так, Якутия. Москва 1, Якутия. Ну. По красной трассе. Москва 1, Якутия 1. Так, 82-й номер. Иван Андреев и Владислава Коваленко. И 87-й номер. Республика Саха-Якутия. Глеб Бушков и София Агнетова. Как раз мы видим, спортсмены застегиваются. Задумались. Какие-то финальные представления просто. Ну, старт не дан, значит, там какие-то... Там возможно, флаги чинят, да, видимо. Да, да, да. Какое-то время на это нужно. Все что-то там обсуждают. Видимо, какую-то стратегию. И тактику. Засаду. Надо после 6-го флага устроить яму. Волчью. Вот командный подъем. Да-да-да. Это очень мило смотрится. Очень мило смотрится. Не сиди на снегу. Кто-то просто... Волонтеры чатятся. Да-да-да. Отправляют свои селфи, фотографии с этого замечательного ивента. По диплому. Домой. Что там происходит у нас? Друзьям. На старте тоже так мерзнуть, удовольствие сильно ниже среднего. Да, но, кстати, выглянуло солнце и стало немного теплее. Повеселее и потеплее. Стало теплее, температура снега, наоборот, повысилась немножко. Контрастность улучшилась самой трассы. Какой дружеский. Даже вот уже видно, как поворотики накатали спортсмены сегодня в течение дня. Это вот как раз из-за того, что у нас контрастность улучшилась. И вот теперь, и спортсменам трасса лучше видна, конечно, на скорости. Потому что мы наблюдали сегодня утром, как, по-моему, одного или двух спортсменов было такое, что они, ну, как будто пропускали, как будто не видели, да, что поворот. То есть они неправильно рассчитывали траекторию за счет того, что неправильно рассмотрели вот именно рельеф. Да, не исключаю, и сейчас все стало немножко повидней.
Ну, вот один из тех моментов, которые, к сожалению, возникают на спортивных соревнованиях, это моменты спорные. Ну, а может быть и к счастью. Но, вот к счастью, видите плашечку Team Competition Delay. Гонка задержана, потому что, ну, я так понимаю, что тренер Кузбасс, который там на старте бегал с телефоном. Да, вы все видели. Что-то кому-то показывал, он поступил сейчас, ну, абсолютно логично и правильно, подал официальный протест, который ты можешь подавать, потом, не то 15 минут, потому что есть очень жесткие виды спорта, в которых, например, протест подается сразу в течение 5 минут. То есть там в какой-нибудь гимнастике ты или сразу подал протест, за который заготовлена форма должна быть на что-то. Или, прости, даже если ты 20 раз прав, ты его даже рассматривать не будут спустя 10 минут. У нас на самом деле в мягких дисциплинах сноубординга протест даже принимается устный. Его не надо обязательно оформлять. Главное, чтобы он был подан в течение там, 15 да, минут после окончания соревнований. Где у тебя, ну, или после окончания заезда. Или после окончания заезда, совершенно верно. То есть, ну, то есть тоже достаточно быстро. Потому как... Но у вас разрешен устный. Это, и я думаю, что у вас спорных моментов ну прям не сильно много. Да. Там, ну, главным образом. Там на трудность могут сказать, что да, я... Там сложность, амплитуда в основном. Вот ну, такие. А на амплитуду сложности, на трудность тяжело подавать, протест тяжело подавать, а вот на трудность запросто. Но судья не увидел, ну мало ли бывает. Да, не видел или перепутал. Там, или перепутал. Да. Такое тоже случается. Но для нас это сейчас затяжка такая очень серьезная. Это задержка гонки, это потеря темпа, это плохо для спортсменов. И сейчас пока они там все... И у нас ну, нет информации, на что конкретно протест. То есть понимание, кто, есть понимание, что протест, а что там происходит и на что, ну, пока не знаю. Да, вот если мы говорим о сноуборд-кроссе, там протест вполне понятен. То есть, либо выскочил там на траекторию, на чужую, либо схватил рукой за майку, либо вообще толкнул, ударил. То есть, здесь мы сразу онлайн, что называется, это видим и сразу понимаем, что происходит. Мог здесь еще же... вербально надавить, сказать нехорошее. Сказать нехорошее в спину. Вот это, кстати, с этим как борется? Ну, вот оскорбление участников. Вообще, после... Да как ты докажешь? Ну, все слышат на трассе, многие слышат. Сначала спортсмену предупреждение выносит, то есть нецензурно не выражаться. Если второй раз это повторяется, то как бы снимается спортсмен с соревнований. Ну, то есть здесь... То есть, здесь тоже есть как бы такие... Здесь можно толпой вещи. Договориться и кого-нибудь дисквалифицировать. Какой простор для злоупотреблений. Ну, ладно, кроме шуток, не злоупотребляю. Кроме шуток, да. Ну, как бы... Да, у нас все-таки... вид спорта, он про спорт. Ну, вообще он фановый, он не... Ну вот, да, вот, что далеко ходить? Что далеко ходить, я потом вам напомню, что было в борткроссе. Ну что ж, продолжаются у нас соревнования. Судя по всему, уладили последние формальности, те, которые были. Возвращаясь, Москва 1 и Республика Саха-Якутия 1 сейчас должны наконец принять старт. Уж не знаю, чем закончилась история, которая сейчас была с протестом. Так вот, давеча, помните, сноуборд-кросс, финал, золото и изменение траектории с падением, с таким нормальным всеми костями по склону. Да. Подъезжает на финиш спокойно, без нервов. То есть это не я только что летел кверх тормашками, а это, ну так получилось, да. Что друг на друга орать? Не, конечно, можно было приехать, отстегнуть крепление и полезть человеку в личность двумя руками, вот, но это изменило. Для этого есть другие виды спорта, приспособленные для этого специальным образом. Вот очередной мощный заезд по синей трассе команда города Москва Андреев Коваленко. Собственно, приходят которые первые девчонки. Дальше. И Влада поехала. Продолжают, да. Владислава Коваленко здесь и поехал, так София, не торопясь разгоняясь. София Агнетова, да, с небольшой задержкой. Ворота открываются позже. Но она прям осторожничает, видно. То есть ее выносит с траекторий.
Сейчас задача пройти все-таки ровно здесь, ну, настолько, насколько это возможно. Силится догнать Коваленко. Ну, не знаю. Нет. Скорее нет, чем да. Ну да, тут преимущество налицо московской команды. И Москва один выходит в следующий. Следующий круг в 1/4. Ну, кстати, любопытно, чем все-таки закончилась история с протестами. Ну, потому что, как правило, тренеры не занимаются ерундой. Ну, то есть нет такого здесь, что вот тренер говорит, а что будет, если я не выиграю, если я проиграю? Что значит проиграю? Я, говорит, не понимаю такого слова, проиграю. Я знаю, говорит, слово выиграл, слово засудили. Да? Это вот прекрасный образчик, на мой взгляд, юмора спортивного. Есть и такие. Есть и такие, я сталкивался. С тренерами, которые не могут признать, что их ученик оказался хуже. То есть он оказался хуже тренером, чем кто-то, кто-либо еще. Это прям воспринимается очень болезненно. Но... Особенно если у человека есть великие чемпионы, ну там реально чемпионы, то поражение его учеников рассматривается как что-то вопиющее. Хотя это нормально. Проигрывать, в принципе, нормально. К этой мысли, кстати, надо постепенно приучать всех своих соперников. Да, чтобы это не было каким-то шоком для них, чтобы не было страха проигрыша. Самое страшное, почему люди боятся проигрыша, нам недавно объяснила. У нас есть психолог Федерации штата Наталья Анашкина, да, она, вот у вас дети выходят, то есть вот он в зале работает, тренируется, а он на соревнования выходит и пережимается очень сильно, он не может сработать. Но из причин может являться страх поражения, потому что он станет плохим. А это и есть очевидная глупость. Он плохим не станет. Проигрыш не делает тебя хуже. Проигрыш не делает тебя плохим. Проигрыш – это просто вот факт. Медицинский, если хотите. Да? А очень боятся оказаться в плохих глазах тренеров, родителей, одноклубников, там, друзей, родственников, любимых. Там, неважно абсолютно. Нужное можно подчеркнуть, опять-таки недостающее вписать. И от этого человек не может себя реализовать. Надо понимать, что особенно в спорте это касаемо, ну, напрямую, то, что человек не будет плохой. И вот если этого понимания тренер не донес, а наоборот его задолбал постоянно, что вот и должен постоянно, и иначе что ты делаешь. Но так можно человеку психику испортить, и он у тебя на всех соревнованиях будет выступать плохо. Такое случается. Текст. Кемеровская область, Кузбасс 2 у нас там на старте. Что, опять какие-то протесты? Ну что ж там такие паузы огромные? Ну сколько можно? Да, собственно, номер 90. Артем Бельский. По красной трассе. И Мария Котова. Федеральный округ 3. В составе Курохтова Андрея Полтаева Марина. По синей трассе. Под 79, Сибирский федеральный округ 2, Михаил Пнев, Анфиса Шуршикова. Секундочку, там вроде как Курохтин с Болтаевой должны ехать. 79 у нас номер, 79, синяя, да, трасса. Да, себе, это Пнев, Шуршикова. Соответственно, Михаил Пнев, Анфиса Шуршикова. Вот у нас финиширует, да, Михаил Пнев. Во. Все верно. Все верно, да. А вот Кузбасс 2, Кемеровская область, соответственно, по красной. 90-й номер. Как раз ошибается, мы видим Котова Марии, получается. Угу. И. Ну и, в общем-то. Анфиса Шуршикова. Ох. Вырывается вперед, но тоже. Да ладно. Пропускает. Флаг пропустила, нет? Да не знаю, сейчас мы посмотрим в повторе, или просто там как-то... Ну так, споткнулась. Ну там вот вообще там, уже. Да, там беда. Там разложилось практически. Там не тоже. Знаю, да. Да тут тоже какие-то были ошибки. Ну, посмотрим. Это вот сбой настроек. Что не... Федеральный округ. Да тяжело, тяжело. Вот уже весь день идет. И соревнования, я так понимаю, что это... Да, плюс, получается, плюс 4 часа, значит, сейчас 4:35 у них там, ну, то есть уже вечер. Угу. С 10 утра идут соревнования, то есть полноценный такой вообще серьезный рабочий день. Физическая нагрузка такая нехилая, так что вполне объяснимы вот эти ошибки. Ну, логично.
потом еще ожидания, застаиваются мышцы. И застаиваются, и в принципе, ну да, там по 16-17, там резервы чудовищные, тренированность огромная, но если я помню, тоже 16-17, ну, несколько другой вид спорта был, но сам факт, то, что для тебя соревновательная нагрузка не была чем-то выдающимся, прямо скажем. Таким образом, Сибирский федеральный округ 2 проходит дальше. Продолжаем, дорогие друзья. Здесь сейчас небольшая путаница продолжается у нас. И, соответственно, четвертьфиналы выглядят вот так, хотя там на сайте висят уже полуфиналы. Где они их нашли, я не очень понял. Вот, и у нас 8 команд, и непосредственно сейчас 4 из них попадут в полуфинальную пульку. Причем, ну, то есть вроде как все даже было правильно до определенного момента. Мне очень нравится. И тренер сейчас запрыгивает. Как будто сейчас сам, как стартанет, как полетит. Ай, молодец. Да. Красавчик тоже. Очень яркий, да, такой колоритный, харизматичный человек. Ну, в такой дисциплине, в таком виде спорта, да вообще в любом виде спорта самое страшное, наверное, быть скучным. Конечно. Если ты унылый, то ты будешь унылить всю свою спортивную жизнь. Вот. Недолгую, плохую, как правило. Вот. А если есть вот такая искорка, то что-то все-таки будет. У мелких это выражается довольно любопытно, потому что они по молодости косипорят. Но те, кто перерастают вот этот возраст и уже начинают более осознанно тренироваться, из них получается что-то интересное. Не обязательно великий, просто хороший. И не обязательно спортсмен, это человек. Это тоже важно. Волонтеры так вот тоже кучкуются все вместе. То есть понятно, что у них не функция бегать за людьми здесь, а вполне себе функция в случае необходимости помогать. Ну что там у нас происходит на старте?
Четвертьфинал 1. Башкортостан 3. Сибирский федеральный округ 3. Да, ну, собственно, да. Вот как они шли, как они проходили дальше в следующий круг, так они и стартуют. Угу. Номер 81. Сибирь 3 по синей трассе, если все правильно понимаю. Артем Авраменко и Виктория Козлова ждут. Момент выхода. Господи, ну сколько можно затягивать, ребят? Ну так нельзя. Самое надежное, кстати, для вас, дорогие друзья, как и для нас слушателей, судьи-информатора. Он не ошибается. Да, по синей трассе Башкортостан 1. И с небольшим отставанием приезжает и погнали дальше. Девчонки. Девчонки. Карина Кузнецова. По синей трассе допускает ошибку. Ошибочка, да. Серьезную ошибку выпускает свою соперницу вперед. Получается, да? Шли впереди. И вот Виктория Козлова сейчас пытается уехать, да, от нее. Пытается. Но здесь обратите внимание. У нее это получится, мы сейчас узнаем через буквально какие-то секунды. Догоняет. Ну, почти догнала уже. Там флажинку починить неплохо, кстати. Два, три, нижняя часть, финиш, все-таки, да, Вика здесь уезжает. Сибирский федеральный округ. Виктория Сибирский Козлова. Федеральный округ, правильно? Это вот как раз финиш. Сибирь 3, да. Сибирский федеральный округ 3-0. Республика Башкортостан 1-1-29. 1-29. Ну, здесь сама себе привезла Арина Кузнецова, к сожалению. Видимо, магия ушей боевых закончилась. Не хватает. Вот на два заезда, ну, на два вида соревнований работает, на третий уже, да, сложнее. Нужны другие. Нужен мой хвост еще. Кто же его знает. Ну, это как раз тот, ну, в принципе, неплохое преимущество. Маленькое, но преимущество обеспечил своей коллеге по команде Тимур Зарипов. Здорово, прошел очень легко, а вот там ошибку вначале не показали. Она еще как раз там, ну, потеряла Арина немножко времени, взмахивая руками, там, расстраиваясь, или просто подбирая, ну, обратно на трассу. И почти догнала, что характерно. Ну, то есть отставание здесь... Зрительно, да, два флага, но так по факту, учитывая, сколько она и проиграла, небольшое. У нас Кузбасс 3, да, если все верно. Сибирский федеральный округ 1 и Кузбасс 3. Да. Сибирский федеральный округ 1 – это лидеры. Илья Хортин и Мария Таринчева. И они, получается, выбирают для себя синюю трассу. Да. И Кузбасс-3, Кемеровская область. Кемеровская область. Это Захар Макаренко и Екатерина Уйнова. Старт. Ну вот с первых метров. Сибирский федеральный округ. Первая ошибка сегодня от Ильи. Первый раз он ошибается. Раз, мне показалось, что невероятно. С линцой такой идет, не стал подпрыгивать, как это он обычно делает, резко такой склон. И вот там, где не подпрыгнул, там и лег. Как вы видите, это ему абсолютно не мешает, эта ошибка. Здесь это... Все, финиширует первым. Другой уровень спортсмена. Мария. Тоже очень уверенно вырывается вперед. На красной трассе мы видим небольшие помарочки. Екатерина Буйнова гонится за Марией Травенчевой, но здесь тяжело.
Я думаю, что шансы есть, но их очень мало. Хотел сказать, без шансов, но шансы есть всегда. Это правда, шансы есть всегда. Ну, смотрим. Ну, здесь все понятно. Поздравляем Сибирский федеральный округ с выходом дальше. Сибирский федеральный округ 1-0. Ну, Сибирь один здесь пошла сюда по пути такой, да, на самых мощных своих спортсменов поставили в первую команду и все. Догоняйте, ребята. Уже остается просто наблюдать, как это команда. Вот, первая ошибка, пожалуй. Первая ошибка такая. За сегодняшний день. Причем, да, за сколько у него было тренировочный заезд, квалификационный заезд. Заездов, да. Дальше полуфинальные, финальные. И все это без ошибок, и все это на очень высокой скорости, все это выигрывалось им. И вот, и опять, даже несмотря на эту даже не ошибку, а по марку, он спокойно выигрывает в очень уверенном стиле свою часть заезда, ну, не заставляя да, коллегу... Да, ошибка звучит, это как будто все. Ну, ошибка... Пока. Нет, ошибка, ну да, соглашусь, Андрей, потому что ошибка это там промазал мимо флага. Вот все. Там перекрестил траекторию, хотя вынесло, выражая на половинку. Вот. Партнер, да, на другую трассу. Все. А, тут такая помарка. Ура, ну, ура. Какая-то фишечка уже своя, которую мы будем наблюдать в дальнейших заездах, видимо. Такая скромная радость. Четвертьфинал за номером 3, Сибирский федеральный округ 4. И Уральский федеральный округ 1. Это Макбородин и Яна Ульянова. И 83, Сибирь 4, это Георгий Башуров и Гликерия Захарова. Хорошая пара тоже. Это команды по красной трассе. Уральский федеральный округ и в составе полуфинала Андрея Полтавы Марина. По синей трассе Сибирь федеральный округ 4 в составе Башурова Георгия Захарова и Гликерия. Прям парад ошибок. Георгий Башуров ошибается за коллегой по команде. А где он, кстати, за коллегой по заезду, прошу прощения, хотел сказать. Он там тоже ошибся и вот добирается, догребают они до финиша оба. Кстати, ничего. Ну, так-то да. Это не помешало Сибирскому федеральному округу быть впереди сейчас. И Урал, кстати, не смог воспользоваться да? этой ошибкой, потому что сами допустили свои мелкие ошибочки. И вот снова. Ну и таким образом, отпускаем, говорят, финишируйте, пожалуйста, спокойно. Езжай. Я не будем тебе мешать. Да. Здесь да, совсем. Там, да. Как это называется? Пенальти. Или финалити. Финалити, да. Финалити это хорошо, кстати, запомнить. Финалити 83-й. Старт Георгий Башуров Захарова. Очень нервно. Не безошибочно. Поэтому здесь Андрей Курокин и Марина Болтаева сами ошибались на самом деле. Потому что здесь можно было бороться. Просто. Главное, чтобы было чем. Федеральный округ 4-0. Номер 91. Уральский федеральный округ 3. С Артеменко и Козлова перепутал, потому что 8 и 9 здесь слилось на фокусе. Но тем не менее, с победителем хотя бы не промазали. Сибирский федеральный округ у нас выигрывает этот заезд. Ну и обратите внимание, Сибирский федеральный округ 3, Сибирский федеральный округ 1, Сибирский федеральный округ 4. Ну да, вот. Да. Вот сибиряки. Сибиряки там, да, зажигают. Почему нет? Молодцы, супер. Привет, мама. А еще двоих куда дели? Отпустили. Решили, что не надо, но показаться надо. Страна должна знать. Ну и Сибирский федеральный округ 2, Москва 1. Четвертьфинал, да. Очередной у нас с вами. Михаил Пнев и Анфиса Шурашикова. Вместе с
Иваном Андреевым и Владиславой Коваленко. Москва по синей, по красной трассе. Сибирь 2 по синей, да. Сибирь 2 по синей. Ошибся. Но кажется, что... Да, здесь, конечно. Коваленко Владислава как-то... Качество, даже не столько качество, сколько... Как будто немного вяленько взяла этот старт. Она не справляется сейчас. Да, не ну... то усталость, не то не усталость, не поймешь, потому что она от нее уезжает, Шуршкова, как от стоячей натурально. Посмотрите. То есть там, где они вместе отошли, она и проигрывает уже четыре флага. Ну, это пропасть. По меркам одного заезда это... Сибирский федеральный округ 2 выходит дальше. У нас они сибиряки. Это даже уже как-то не очень интересно. Нет, конечно, очень интересно. Это кому как. Кому сибиряки как. Сейчас смотрят и говорят, тебе не интересно, а нам интересно, кто из наших выиграет. Нет, хорошо, это показывает уровень готовности команды, подготовленность к этим соревнованиям региона. Подготовленность, соответственно, трасс. Ну и инфраструктура тоже, да. У нас в Москве с инфраструктурой, мягко говоря, ну не...
Ну, очень долго. Ну, просто... Ну, всем, просто, да, надо просто... было шлифануть. Ну, потрясающе! Убрать старый парафин, шлифануть, положить новый, тоже затереть. И, в общем... Ну, только сейчас поехали. И вот старт. Не единственное в том, что он исполняет. Не сказать то, что плохо едет Артем Авраменко. Нет, Артем едет хорошо, практически безошибочно, Илья, просто да, не на его уровне. Это прекрасно. Свою в очередной раз синюю трассу. Мария Травинича финиширует, а не в финале, ну да, разумеется. Здесь вот, надо... Может, да, порадует. Прекрасный кадр. Так. Важно, безусловно, команда откроет. Точно такая же медаль, на самом деле. Точно, она ничем не отличается. Хотя, ну, по негласным у нас, ну, всегда так было. У сложных координационщиков, например, командная медаль всегда была особенной. То есть многоборье – это многоборье. Там кто победил, а вот команда, когда вы все вместе. А вы не сами по себе каждый в своей норе сидите, а все вместе делаете. Да, командная работа вообще сложное дело-то. Ну, да, да, здесь команда, ну, условная, да, потому что два человека. Тренера многое зависит. Два человека, да, плюс команда. Чтобы люди подходили друг к другу. И, а это не обязательно. Слаженность в этом случае не обязательно. Они же не за руки держась едут. Просто, ну, я вообще так рассуждаю пару в целом о командной работе. Да. Если здесь было бы там условно 4 человека, да, в команде, когда они ехали бы один за другим, тогда да, тогда тебе надо уже было их сыгрывать вместе. Кто как едет, кого запускать первым, кто хороший забойщик, кто хороший финишер, кто более психически стабилен, кого можно в середину ставить. Кто наоборот, кого надо ставить там только первым или только последним, потому что он иначе просто не едет никак в команде. Это вот тут уже было бы все по-другому. Ну и, соответственно, методом исключения Сибирь-2 и Сибирь-4, Михаил Пнев и Георгий Башуров, и, соответственно, Анфиса Шурщикова и Григория Захарова. Сибирь-2 у нас по синей трассе, соответственно, и Сибирь-4. Сенсацию или нет, но очень же далеко достать тяжело будет. Далековато. Сейчас, вот только сейчас если понятно... ошибка будет. Но не дай бог, потому что не на ошибках выигрывать это... Ай-яй-яй. Ну, вот теперь все. Допускает эту вот теперь ошибку. Все. Очень старалась. Здесь это как раз то, за что не ругаются. Это вот от великого старания догнать все-таки и бороться не за бронзу, все, а за золото. Финал. Большой финал. Сибирь-1, Сибирь-2. Здесь все предельно логично для команды Сибирского федерального округа. Да, и они сильнее всех здесь. Малый финал. Сибирь-3, Сибирь-4. Прекрасно. Чемпионат федерального округа. Финал чемпионата федерального округа. Сибирский федеральный округ 4, 12, 70. Малый финал выходит.
Сибирский федеральный округ 4. Большой финал выходит Сибирский федеральный округ 2. Да, все верно. Спасибо большое. Замечательный судья-информатор. И Михаил Пнев, Анфиса Шуршикова. Сейчас будет состязаться с Ильей Хуртиным и Марией Травиничевой. Получится ли здесь какая-нибудь мини-сенсация? Не получится у нас мини-сенсация? Не знаю, по совести, потому что очень хороший ход набрали. Еще раз повторюсь, и те, и другие. И, соответственно, сейчас тяжело будет что-то сделать. Да, ну и, соответственно, мы узнаем обо всем этом. Что же будет дальше после маленькой паузы? Ну да, чуть паузка у нас большая и заключительные два заезда. Мы ехали, ехали и опять приехали, собственно, к самой интересной, самой волнительной для всех абсолютно участников этой части. Это розыгрыш медалей. Здесь параллельный слалом, возрастная категория юниоры до 17 лет, команды. И команды Сибирского федерального округа в полном составе представлены здесь у нас на соревнованиях Дети Азии. В большом и малом финалах. Малый финал. С чем мы их и поздравляем. Да, Сибирь здесь можно поздравить. Молодцы, ребят. Прекрасно исполнили. Сибирский федеральный округ 3 и Сибирский федеральный округ 4. Соответственно, это Артем Авраменко и Виктория Козлова. На пару с Георгием Башуровым и Гликерией Захаровой будут принимать заключительный старт сейчас в борьбе за бронзовую медаль. Вот если еще будет, если выиграет, допустим, третья команда, я не желаю победы третьей команде, как я не желаю победы четвертой, я желаю победы сильнейшей. Вот, всегда было, но это основной спортивный принцип, который, на мой взгляд, и должен неукоснительно цепляться. Честной победой сильнейшим. Честной здесь ключевое. Именно за это, кстати, не люблю. Поэтому я не люблю за это норвежских лыжников. Ровно за это. Потому что если вы, ребят, вопите громче всех, то будьте любезны соответствовать, да? Это как
если ты что-то вот, ну, критикуй, предлагай, во-первых, а во-вторых, если ты с чем-то активно борешься, будь любезен это не культивировать у себя. Ну, так для начала. А то не можешь победить, возглавит, то этот же принцип всегда работает. Ну, вот мы уже видели, чем это заканчивается. Так, добрались до старта на бугельной тяге. А что, ворота открыты? А, закрыты, прошу прощения. Сколько, говорит, можно? Отстаньте от меня все. Все, рвется в бой. Сколько можно стоять? Давайте, дайте мне эту трассу. Говорит нам Артем Авраменко. Ну вот, посмотрите. Ну, кстати, кто как настраивается? Сейчас понятно, они только что ехали. Надо наверх забрать, снег сбить, поставить на старт. Вроде как все. Георгий Башуров тоже готов. Ну, а Артем Авраменко давно готов. Он там стоял, уже песни пел. Пойди плохо. Поехали. Битва за бронзу началась. Да что такое-то? Ну, соберись. Ну, молодцы пока. Не мог никак поймать. Вот сейчас это вылилось в падение-таки. Сибирский федеральный округ 3, номер 81. Все очень аккуратно финиширует. Ну да, Сибирь-3 как раз Артем Авраменко проехал хорошо, а себя очень Георгий собирал по трассе, никак он не мог вот зайти, как-то справиться. Да, и Виктория Козлова тоже, ну, очень прям сильная соперница для Галикирии Захаровой. Тем не менее, пытается настигать. Подобраться пытаются, конечно. Здесь надо подбираться, потому что это или третье место, или бронзовая медаль, или никакая медаль. Ну, это ж... Оно все вот здесь. Вот. Рядышком. Очень интересно. Рядышком садится еще. Короче, берет радиус, пытается сохранить скорость на финише. И... Но все-таки 81-я. Все-таки Сибирь-3. Да, хотя Галикирия Захарова... Все сделала практически, да, для того, чтобы догнать. Все здорово, сделала. Здорово работала на трассе. Все прекрасно. Ну, там Георгий Башуров. Не то вот я не знаю, не то эта усталость накопилась, что он очень долго справлялся. Там флаг подцепил еще. Там флаг подцепился, может, от этого тряхнуло, но он очень нервно начал, очень нервно ехал. И в итоге вот этот нерв, наверное, сыграл. Ну и на финише, ну вот, почти. Это именно почти. А здесь почти какое-то не считается. Сибирский федеральный округ 3 с бронзовой медалью. И у нас большой финал. Самый большой финал. Самый заключительный большой финал, да, здесь на сегодня в параллельном слаломе. На Детях Азии. Илья Хуртин, Мария Травиничева, Михаил Пнев, Анфиса Шуршикова. Раз, два, три. Погнали! Елочка, гори! Да-да-да. Извините, вырвалось. Смотрите, пока идет такая серьезная борьба. Вровень. И вот в этой части трассы Илья Хуртин вперед немножечко выдвигается. Там, ну, думаю, свою часть не подзаваливать. И, да, дорабатывает до конца. И Мария Травиничева с Анфисой Шуршиковой. Очень-очень противостояние. Кто же? Ох ты! Анфиса, да что ж такое? Ой, как обидно. Ну, в любом случае, что хочется сказать? Ну, пока ребята, хочется, да, ребята едут за медалями.
Ребята едут за золотом. Мы с вами понимаем, что ребята едут за золотом, и кто-то сейчас приедет за вторым золотом, если они накосипорят в самом низу, да? А кто-то и здесь, ну все, это нервы уже. Это уже нервы, она уже с ними просто не может. Да и усталость, серьезная усталость. Вот сейчас уже, как это ни парадоксально, вот здесь уже спокойно доедь. Просто вот, спокойно приедь. Где жест? Ап. Традиционный не было. Ну ладно. Не надо. Это на камеру делать надо. Подытожили. Сибирский федеральный округ 1. 1. Сибирский федеральный округ 2. 2. Сибирский федеральный округ 3. Опять. Все абсолютно логично. Все по протоколу, все как надо. Я думаю, правда, остальные команды с этим не сильно согласны. Не согласны абсолютно. Кто здесь спросил? Кто не спрашивает. Мы сами проиграли. Да. Как проехали, так проехали. Так и получили. Да. Как проехали, так и завоевали свои собственные медали. Ну что ж, все у нас на этом с параллельным слаломом. Все. Еще раз поздравляем команду Сибирского федерального округа с блестящим выступлением. Это изумительный совершенно результат. Тотальное такое доминирование в командах. Это круто. Ну и красивые совершенно проезды. Ну и отличная да. борьба. Здесь, да, здесь... Мощь, драйв. Скорость. Никто не хотел уступать, но победил, собственно, победили сильнейшие, завоевав второе золото за сегодня, но уже на этот раз на двоих. Илья Хуртин и Мария Травиничева. Большое спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Для вас работал комментатор телеканала «Матч» Дмитрий Попцов, мой коллега Андрей Смирнов. Андрей, большое спасибо. Спасибо, Дмитрий. До свидания, дорогие друзья, занимайтесь спортом. Смотрите сноубординг, любите сноубординг, не травмируйтесь. Пока. Вова, это серебро я посвящаю тебе. Спасибо тебе большое. Minute.